Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Королевская лихорадка Kingdom Rush. Так, ну что же, у нас с вами вот этот вот завод часов. В прошлой серии мы с вами сфейлились, но в этот раз, ребята, я купил все башни, поэтому посмотрим, получится ли на этот раз сражаться. Кстати, эти башни я еще даже не тестил, поэтому предстоит все это прям воочию сейчас нам лично увидеть. Так, этот уровень очень жесткий, вы помните, да? Так, знаете, в чем раньше была проблема, да? Помните, я по Empire Warriors, да, у нас можно было заходить вот на эти территории. Тут же нельзя, тут у нас можно просто вот так вот бегать именно по этим дорожкам. Вот в чем была, в принципе, вся моя вина. Ладно, у нас с вами три пути. Так, и давайте смотреть. Я не знаю, ребята, вот эти вот новые башни я взял, что они себя представляют, ума не приложу. Но смотреть надо. Так, давай сюда поставим, наверное, последователи Везнана, питаемые его темной магией. Драгоценный камень над этой башней превращает врагов в пыль. Посмотрим, ребята, как она превращает в пыль. Здесь у нас парочка злых ведьм, которые наводят порчу и уничтожают врагов своими заклинаниями. Злые сестры. Так, хорошо. И 90, ребята, у нас остается всего лишь денег. Я, наверное, вот сюда призову. Хотя у нас тут есть опасное кладбище, полное изголодавшихся по мозгам зомби. Давай. Ну что, запускаем битву и смотрим, ребята, что у нас тут будет происходить. Посмотрим, как этот луч будет бить. Ведьма там что-то варит. Ну, что-то мне вот это напоминает, знаете, из Clash Royale. Башня такая там была. Так, ладно. Давай будем здесь бомбить. Так, ведьма. Ведьмы травят потихонечку, насколько я помню, да? Ух ты, а что это такое, ребят? Оглушающее заклинание? Ух, ребят, тут надо как-то контролировать. Тут надо будет это все дело контролировать. Так, зомби, да, у нас поглощает мозги, точнее, уничтожает. Смотрите, кладбище автоматически плодит, короче, здесь зомбарей. И это круто, на самом деле. Так, луч бомбит. Вот эта вот пушка мне нравится, на самом деле. Да, пускай она бьет, конечно, одного врага, но она, если взяла его в прицел, то бомбит до последнего. Надо будет где-то вот такую сюда, наверное, поставить. Еще одну, да? Так, зомби, 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 давайте там бомбите. Так, Верук, иди сюда. Будешь здесь нам помогать. Так, а ведьмы, мы можем их вот сюда, да? Или не можем? Подожди секундочку. Можем или не можем? Что-то я не могу понять. Просто она летает, а, вон, она все-таки бросает. Ладно, достает, отлично. Давайте мы вот сюда, наверное, еще поставим такой же обелиск, да? Пускай он бомбит. Слушай, может быть пройдем каким-нибудь чудом с вами. Так, зомби, кстати, довольно крепкие ребята, на самом деле. Я думал, что они будут ватные. Так, вот насчет ведьм я немножко сомневаюсь, конечно. То есть они маги, а у нас, знаете, есть такие юниты, скоро будут, да, которым плевать на магию, по большому счету. Вот, например, вот этим вот охламоном. Да? Так, ладно, пускай пока идут, а мы с вами, наверное, еще вот сюда поставим кладбище. Если оно вот так вот плодит зомбарей очень много, это будет круто. Они будут отвлекать их. Так, вызовем сюда, наверное, помощь себе небольшую. Так, сюда тоже. Так, 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 тихо, 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 луч жарь. А его можно улучшить? Да, можно, 210 нужно монет. 210 монет. Недешево, между прочим. Так, а если я вот сюда... А, слушайте, ребята, летающие юниты сейчас пойдут. А вот эти башни, интересно, будут их бомбить или нет? Посмотрим. И кладбище тоже можно, кстати, улучшить будет. Слушай, нет. Пока не вижу, ребята. Посмотрим, вот сейчас вот луч этот будет бомбить по нему или нет. Бомбит. Ну, слава богу, хотя бы так. А то уж я думал, мало ли там чего. Значит, нам надо поставить еще один луч. Вот сюда, наверное, я думаю, да. Или ведьму лучше поставить. Нет, все-таки я поставлю луч.
Давай-ка лучше вот так врубим здесь. А? Так, я не помню, куда я разогнался там, родной мой. Отлично. Так, единственное, что здесь у нас никого нет. Может быть, кого-то еще вот сюда поставить. Например, ведьму, да? Или можно просто, ребят, казарму поставить с орками. Давай, наверное, казарму поставим. Ну и что вы улыбитесь? Давайте уничтожайте этого малыша-то, господи. Стоят и смотрят. Нет, ты посмотри на них, а вот тупят по чернаку просто-напросто. Хорошо, так, можно будет, наверное, нам еще одну ведьму позвать. А что это такое? Меняет атакующее заклинание на отравляющее. Ага, на отравляющее. То есть она может и травить, а может просто атаковать. Это круто, между прочим. Так, давай-давай-давай, бомби. Прожигаем их. Слушай, ну да, действительно, с новыми башнями как-то немножечко полегче. Но это, опять же, ребят, еще не конец. Еще впереди будет долгая-долгая игра у нас. Так. Поймали этого. Давай этого уничтожаем. Молодцы, пробили. Вот они, ребята, эти здоровые-то идут. Йотуны. Может быть, еще... зомби призвать? Не знаю, ребят. Мне кажется, тут лучше призвать, наверное, ведьм. Давай-ка призовем ведьм. Смешин флекс. Ага, ведьмушка там бомбит. Так, вот они. Смотри, неплохо, луч бомбит, вообще классно. Вот таким вот темпом мы... тут же вот еще появляется, вспомнил я. Вспомнил, ребята, тут же еще открывается вон эта дорожка, и они отсюда побегут. Ладно. А зомби не восстанавливают себе здоровье со временем, да? Вот сколько у них осталось энергии, столько и будет, пока их не убьют. Ладно. Так, вот сюда, наверное, тоже можно было бы поставить, наверное, ведьмочку. Отлично. Так, пока вроде бы все, ребят, под контролем. Пока. Сюда вот, что можно было бы сюда поставить? Кладбище еще одно? Или... Не, я поставлю, наверное, сюда вот эту башню, да? Испепеляющий камень. Причем там чувак, да, молится на этот камень, видите? И он жарит. Эй! Ребята, блин, одного профукали. К сожалению. Один прошел. Я что-то не углядел его. Твою же налево. Ладно, надеюсь, это никак не скажется. Надеюсь. Так, наверное, нам сюда надо еще одно... нет, не кладбище, наверное... Или кладбище... Давай кладбище вызовем. Брэйн, тихо! Фу, ты успел, еле-еле успел, ребят. Так, они у нас... Да, кто-то, кстати, сказал, что вот, ребят, пасхалка. Да, конечно же, это же от Терминатора. Я вам еще в прошлой серии говорил. Вы, говорю, узнаете вот эту вот отсылочку? Так, ну что, у нас 194... монетки. Мы можем с вами куда-нибудь что-нибудь поставить. Сюда можно поставить, например, еще один луч или ведьму. Давай, наверное, поставим все-таки луч. Испепеляющий, естественно, ребята. И вот сюда, наверное, не помешало бы. Нет, сюда лучше, наверное, уже ведьму влепить. Сюда лучше, конечно, ведьму влепить, потому что... Так, смотри, смотри, смотри. Оп. Отлично. Слушай, довольно неплохо. Так, опять этот охламон здесь идет. Можно будет прокачать ведьмочек. Ну, я вначале хочу здесь все вот эти места, ребята, просто забить базами, башнями, а уже после потом думать, что нам нужно поставить. Луч, наверное, скорее всего, сюда, да, поставим? Или ведьму? Нет, наверное, луч. Ой-ой-ой-ой, ребят, что-то тут как-то все... очень серьезно. Три луча. Так они сейчас будут вообще испепелять до последнего. Всех. Не щадя просто никого. Нормуль. Так, сюда мы поставим, наверное, уже ведьму. Что-то там кряхтит еще. Да, намного, ребята, проще. Намного проще стало. Так, сюда мы, наверное, поставим тоже луч испепеляющий, да? Так, волна следующая. Ну, давай вызывать. Надо поторопиться. Призовите 15 волн раньше срока. И смотрите, как его просто легко уничтожает вот эти вот башни. Что это такое тут?
А, да, вот они, ребята, вспомнил. Тут же еще вот эти вот роботы будут, господи. Ну, отравление действует на них, смотри, потихоньку, конечно, но травит. Так, надо, наверное, нам... Я даже не знаю, что, сюда вот луч поставим, наверное, еще один. Так. Радиус захвата неплохой. Так, уничтожили. Так, надо посмотреть, как... Вот сюда тоже, наверное, мы поставим еще один луч. О, зомби ватные, конечно, против вот этого вот ханорика, ребята. Ведьмочки пытаются, конечно, травануть, но... Видите, какой он живучий, а? Я бы даже сказал, мега живучий чувак. Интересно, а если мы с вами кладбище улучшим, что оно нам даст? Больше зомбарей будет призвать, или они просто будут намного сильнее? Так, тут две волны летунов пойдет. Слушай, смотри, смотри, как луч жарит. Вот луч вообще обалденно, да. Я не жалею, что я, ребят, потратился маленько. Просто против него вот эти вот... Ну, это вообще ни о чем, согласитесь, вот эти вот орки. А луч? Луч вжарит, на самом деле. На. Развалился хламон. Вот сюда вот я все-таки поставлю еще одну башню. Давай вот так вот. Причем эта башня еще не прокачана. Давай, наверное, вызывать следующую волну, да? Или не будем? Вызываем. Так. Ага, летуны. И лучше, если вот взял его на прицел, он пока его не уничтожит, ребята, он не переключится. Это круто. Так. Да, последнего бомбит. Ну, тут еще и ведьмы помогают. Так, у нас еще есть свободные места. Да, еще есть одно свободное место. Сюда мы поставим, наверное, ребят, еще один луч. И все, это будет просто имба. Никто тут, наверное, не пролетит и не проползет. Классно. Так, что дальше? Дальше нам остается просто-напросто улучшать башни, улучшать ведьм и так далее и тому подобное. 210 из пепеляющий камень. Так, мы сейчас с вами подкопим и посмотрим, ребята, что оно будет делать на улучшенной прокачке. Ну-ну-ну-ну, давай-давай, вот это, наверное, да, мы с вами... Или вот это, давай вот это улучшим. Ага, тут получается второй монах, да, был один, вот. Второй, третья прокачка, будет третий монах стоять. Ну, соответственно, и жарить, наверное, ох, смотри, ребят. Бомбит-то не по-детски. Ну. Да, намного быстрее идет жарево. Так, хотелось бы посмотреть, что у нас 240. Или ведьму будем прокачивать. Не, давай прокачаем просто башню. Я хочу посмотреть, что она будет давать нам на третьей стадии. Так, у нас, ой, волн еще будет очень много. Это только девятая была, а всего их будет 15. Ускориться единственное, что я здесь не могу. Так, не забываем, что сейчас еще вот этих роботов тут будут клепать. Давай следующую волну призовем. Это что там варит, кашеварит что-то. Ага. Пошли, да? Цыплаки. Напоминает мне из этих ниндзя-черепашки легенды. Как их там звать-то? Маузеры. Это маузеры, ребят. Если кто не знает. Цок, цок, там что-то бомбит. А, алхимики. Понятно. Ну. Ух ты, еще можно даже, ребята, прапать. Это уже 300 энергии будет стоить. Интересно посмотреть. Так, лучи, лучи, бомбим, бомбим. Отлично, испепеление пошло. Так, давай. Подбили, молодцы. Помогать надо тут нашим ребятам. Хоть вряд ли, конечно, они тут и пройдут, но лучше не рисковать. Лучше помогать. Давай. Эй, как вы пробежали, охламоны? Ребят, что-то мне не нравится, они пробегают здесь. Давай улучшим барак. Блин, они очень быстро, вот эти копатели, очень быстро справляются с зомбарями. Такого не должно быть. Верух, иди сюда. Без тебя тут очень плохо. Давай. Будешь здесь нам помогать. Цыплак, ребята, бежит. Один, второй, третий. Господи, фейлимся. Блин. Да чтоб тебя, еще один пробежал. Блин, да что ж ты будешь делать, а? Ребята,
Черт подери. Давай улучшим барак. Да, это все из-за вот копателей, ребят, которые под землей лазят. Вот они здесь нам все карты сменили. В общем, кладбище, я думаю, можно будет заменить на что-нибудь другое. Так, 300 энергии нам еще нужно посмотреть, накопить, чтобы посмотреть, что делает башня. Ого. Позволяет башне активировать луч в четвертый раз. Испепеляет лучом, который мгновенно убивает врага. Чего себе. Убитые лучом враги взрываются, нанося 32-38 единиц урона стоящим поблизости врагам. Нехило. Обалдеть просто. Так. Надо было нам вот здесь вот, конечно, вот такой вот луч развивать. Хотя враги почему-то вот здесь вот пошли. Их больше было здесь. Ладно, посмотрим, ребята, что у нас. Активируйте луч в четвертый раз. Как понять в четвертый раз? Тут разве есть какие-то понятия в четвертый или в первый раз активировать? Посмотрим давай. Блин, 14 сердечек, а? Ну как же мне это расстраивает, а? Тут еще и ведьмы у нас, ребята, могут прапаться. Давай следующую волну вызывать. Зомби, конечно, слабые, но может быть их, если прокачать, они будут сильнее. Они хоть улучшились как-нибудь? По-моему, никак они не улучшились. О! О! Вышел аглоедушка. Так, он пойдет, по ходу дела, вот так, да? В круговую. Ладно. Пускай пойдет. Лучи мои пытаются что-то сделать, но бесполезняк пока. Так, тут 250 нужно, тут 200. Разрушающий луч. Мгновенно убивает врага. Хотелось бы посмотреть. Так, еще одна машина вылезла, да? О, смотри, ребят, фига, фиолетовый луч. Ага. Значит, это вот и есть. Руки прочь, убейте 13 инженеров. Хорошо, убили якобы 13 инженеров. Так, ну-ка, если я еще, ребята, кладбище улучшу. И еще. Ох, что это у нас такое? Каждые 15 секунд создает зону, полную тянущейся из-под земли рук. Она замедляет врагов. Добавка для набора мышечной массы. Улучшает ваших зомби, делая их сильнее. Лучшая добавка для набора массы. Ну давай. Такие. Что-то с... Какие-то у них ноги там в руках. Прикольно. Теперь надо посмотреть, ребята, что у нас из себя ведьмы представляют, да? На прокачке я имею в виду. Опять, ребята, здесь эти копатели, а? Вот из-за них мы тогда сфейлились. Так, ладно, я надеюсь, зомби эти не пропустят их. И тыч-тыч там бомбят ногами. Так, ага, тут проходят, ребята, они пробегают. Эй, надо что-то замутить. Так, ведьма. Так, а что, интересно, будет у нее на последней? Парочка злых ведьм, которые наводят порчу и уничтожают врагов своими заклинаниями. Это понятно. Ребят, 13-я волна. Вы заметили, что их тут что-то как-то чересчур много, и они очень быстро, интенсивно идут. Давай вот тут сдерживать. Так, ведьма, давай. О! Что это такое у нее там? Проклятый тотем. Призывает тотем, который на 10 секунд заставляет замолчать всех врагов вокруг него. Увеличивает дальность передвижения ведьмы на метле. Превращает врага в беззащитную лягушку на 6 секунд. Это круто. Это круто, на 6 секунд. Мы за 6 секунд эту лягушку, наверное, и разбомбим. Так, тут у нас что? Каждые несколько секунд следующий зомби будет взрываться при смерти, нанося 60 единиц урона ближайшим противникам. Кстати, это неплохо, ребят. Надо вздувшиеся трупы. Давай, давай сделаем. Ёлки-палки, сколько вас тут ползет, а? Надо помогать нашим ребятам. Я не хочу, ребята, я хочу пройти просто этот уровень. Да, я не спорю, на 3 звезды не получится, но, по крайней мере, пройдем. Эти лягушки, смотри. Тин-дин-дин-дин. Снесли ее к ядрень фене. Вот так вот. Ох, ёх, сколько вас там бежит.
Давай, ребята, срочно улучшать наши лучи. Так, Верук, давай-ка вот сюда вот, поближе. Впадай в ярость, как ты это умеешь делать. Эй! Куда? Куда побежал? Сможете завалить его? Молодцы, справились. Да, надо было вот сюда, конечно, лучше поставить. Вместо кладбища лучше, чтобы здесь стоял. Еще, ребята, один работяга выползает. А, прокачали. Так, 180, а что у нас? Проклятый тотем. Ага, замолчать всех врагов вокруг. То есть это алхимиков, да, всяких, которые у нас любят баловать магией. Понятно. Так, улучшим. Улучшим свой барак. Орки получают бонус 40% к урону. Так, что-то здесь тоже, ребята, не особо хорошо пошли дела. Они проходят. Так, давай-ка мы вот это вот. Пускай будут молчать тут. А у нас вот это кладбище одно, что ли? А, нет, это вот у нас здесь еще работает. Понятно, давай-ка мы, наверное, вот это улучшим. Брейд, мозги. Так, а это у нас воины-орки восстанавливают 5 единиц здоровья каждую секунду. Это, кстати, тоже неплохо. Надо прокачать. Я могу их? Так, взрывающийся, да? Нормуль. Слушай, мы, в принципе, ребята, лопухнулись только в одном моменте, да? Когда вот здесь вот упустили тот самый шанс. И они пробежали. Тихо. Так, тут что-то как-то уже больно много вас, ребята, здесь появилось. Так, ведьмочка, давай-ка мы, наверное, вот так еще сделаем. Какой голосок такой невинный. Не-не-не, даже не скажу, что это ведьма. А ну-ка, кладбище улучшаем, да-да-да. Есть, ребята, прошли. Сколько мы получим? 2 звезды. Ну, пускай 2 звезды, по крайней мере, мы дальше с вами пройдем. Вот теперь я сижу и думаю, что нам сделать. Стоит ли убирать зомбарей? Так, ладно, сейчас, подожди секунду. Очки улучшения и новая башня. Темные рыцари. Ух, вот это круто, ребята. Кто-то говорил, что темные рыцари нам хорошо здесь зайдут. Так, позже все это будет. Мне, пожалуйста, пока не мешайте. У нас сколько с вами? 5 очков. 5 очков. Что мы можем? Верук бьет по земле, оглушая врагов на 2 секунды. Хорошо, улучшает характеристики гоблинов. Призывает пару обученных агрессоров, которые помогают ему на поле боя. Вот это вот надо, ребята, сделать. Давай еще, наверное. Улучшает здоровье и урон агрессоров. Вот таким вот образом. Так, улучшение. Стоимость особых навыков башен теперь ниже. Так, а здесь у нас костоломы теперь демоны-стражи. Они могут выдержать огромное количество урона. Костоломы теперь хелионы. Эти демоны, которые атакуют врагов на расстоянии. Давай, наверное, вот это вот вызубрим. 0 очков, да? Больше у нас ничего нету. Хорошо. Так, в достижениях, ребята, мы с вами получаем... Подожди-ка. Что это такое? Ик, усыпите Борни. Кто такой Борни? Так, мы строители. Постройте 80 башен. Получите награду. Призовите 15 волн раньше срока. Убейте 13 инженеров. Ну, 319 гемов. Это неплохо, ребята. В магазине я могу себе что-нибудь позволить купить. Но я хочу накопить на Джаггернаута. Потом посмотреть, что он из себя представляет. Так, что, ребята, какую башню будем брать с вами? Что такое? Выбранный... О! Ячеечка, ребята, открылась. Выбираем башню. Погоди, погоди. Нет, не эту. Я вот эту хотел выбрать. Так, темные рыцари. Это элитные воины. Продали свои души в обмен на безграничную силу. Они сражаются парами, и их доспехи делают их практически неуязвимыми к физическому урону. Охо! Темные рыцари получают небольшой шанс убить врага при каждом их ударе. Темные рыцари отражают удары врагов. Темные рыцари могут выдержать до 3 ударов врага, не получив урона. Слушай, имба вообще какая-то, просто-напросто. Так, у нас что? Вот это вот, ребята. Риф дьявола из пучины. Буревестники поднимаются из пучины, чтобы поразить врагов своей могущественной армией, пока ловчие сражаются с ними на суше. Вот фиг знает, они лучше будут тех же самых зомби или хуже. А тут военный дирижабль гоблинов. Самое передовое оружие гоблинов —
Эта огромная махина пролетает над головами врагов, посыпая их бомбами, которые разрушают все вокруг, устраивая настоящий хаос. Это как? Она будет летать? Не понял я. Надо глянуть. Надо, ребята, глянуть. И я думаю, что это будет вместо орков, что ли, взять. Вместо орков, наверное, мы возьмем, ребята. Посмотрим. Ну что же, нас ждут великие дела. Трон Балгура. А вот и тронный зал. Смотри, все их сокровища в одном месте. Так даже проще его забирать. А вот и он, этот жадный король гномов Балгур, сидит себе спокойно на троне. Сотри эту улыбку с его лица, генерал. Мне нужен этот трон. Слушаюсь и повинуюсь. Ребята, здесь будет еще к тому же и босс. Это говорит о том, что не факт, что я смогу этот уровень пройти с первой попытки. Я напишу балладу об этой победе. Вот, ребята, король гномов. Ну, точнее, не я, а мои барды. Сидит такой на троне здесь. Смотрим, сколько у нас точек. Две. Две точки. Одна здесь, другая я здесь. Хорошо. Слушай, а он сидит здесь. Мы его должны будем подбить или нет? Смотрите, сколько золота, ребят. Офигеть. А ну, парнишка, ты зажрался, ты круче с круче Макдака стал тут здесь. Ладно, давай мы вот сюда, наверное, поставим. Короче, нам нужно защищать вот эту дорожку, как пить дать, ну и вот эту. Поэтому начнем. Я не знаю, ребята, с чего начать. Дирижабль, что он делает? Давай посмотрим. Ага, вот так он будет, да, действовать? Хорошо, давай. А я что не могу? Подожди, подожди, Бакс. Бакс баксом, да? Вот сюда. Так, ладно, предположим, это будет здесь дирижабль. Хм. Сюда, наверное, мы поставим разрушающий луч. Так, и еще 100 монет, ребята. И, наверное, куда-то нам надо влепить кладбище. Куда-то вот сюда, наверное. Ну что, давайте смотреть. Первая волна, ребят. Она пойдет вот сюда вот. Потом он, мне кажется, все-таки подорвется со своего трона и пойдет за нами. Мне кажется, почему-то так будет. Посмотрим. Так, луч у нас стоит. Верук у нас будет бомбить здесь. Будет, пока будет отвлекать, наши будут, ребята, тут разбирать их. Ну, еще и зомбари, конечно, нам будут тут помогать, мешать, так сказать. И надо будет посмотреть башню. Темную башню рыцарей. Это новое, что нам дали, да? Где она? Вот она. 110 энергии стоит она. Я не знаю, куда ее, правда, влепить. Вот сюда, может быть. Да, наверное, вот сюда поставить. Или вот сюда, блин. Или вот сюда, я не знаю. Вот сюда, наверное, я влеплю ее. Так, я хотел бы посмотреть, что у нас делает дирижабль. Посыпает, как говорится. Нужно было больше вкладывать в мою армию. Да, нужно было. Потому что иначе мы тебя разберем здесь, Балгур. Так, что нам надо сделать? 110, есть, набрал, ребята, 110. Давайте выставим. Вот так они выглядят, эти чувачки. Как-то, честно говоря, пока не внушают сильного доверия, да, что они элитные какие-то. Но посмотрим, что будет дальше. Вот сюда надо поставить нам башню. Хотя, почему? Давай дирижабль сюда переместим, ребята. Что это за дело такое? Не участвует вообще в боях. Ну, посмотрим. Бомбочки бросает, нормуль. Правда, урон какой-то ничтожный, если честно. Так, мне... Понятно, завалили Верука, да? Ладно, предположим, завалили. Так. Еще один луч, наверное, мы поставим с вами вот сюда. Вот здесь будет еще один луч. Или вот здесь лучше поставить. Нет, вот здесь. Кстати, я хочу посмотреть, как они будут, ребята, здесь вести себя. Ну, посмотрим. Так. Ну, этих они довольно неплохо бомбят. Или это дирижабль, непонятно пока. Так, тут зомби у нас плодятся. Этих ребят мы, наверное, вот немножко сюда переместим. Вот здесь нужно, наверное, поставить просто кучу-кучу этих лучей. У нас же ведьма есть, я их не убирал? Нет, ведьма есть, отлично. Ведьма у нас есть, ее можно будет вот сюда поставить. Что это он там бегает-то? Что ты там делал? Сейчас только что я видел, что он куда-то там побежал. Хорошая битва. Хочешь пиво? Хочу. Сейчас пойду и куплю. Так, ну здесь, ребята, летающие юниты будут. Угу.
Значит, надо будет выставлять, конечно же, вот эти вот вышки. Вышки, вышки, вышки. Что, вызываем? Посмотрим. Одна лишь башня всего лишь у меня, ребята. Ох, против летающих, интересно, работает дирижабль или нет? Посмотрим сейчас. Ну-ка. Ну, это-то, конечно, отважные ребята. Просто бегут в бой, им пофиг на все. Сюда мы поставим вот так. Еще одну башню. Эть! Я, ребята, так и думал, что мы вот здесь вот лопухнемся с вами. Да, нужно сюда еще срочно быстрее одну... Недолюблю я этих эльфов. Недолюбливает он. Так, ну что там, сколько еще энергии-то нужно? Да, много. Много для того, чтобы нам поставить луч. Смотри, все равно. Ты еще не забывай, что здесь будут опять же подземные копатели. Так что вот тут надо как-то, не знаю, ребята, тоже оборонку нам поставить хорошенькую. О! Замечательно, испепелили. Так, давай вот сюда поставим, наверное, луч. И вот сюда. Конечно, надо все прокачивать, ребята. Дирижабль, я думаю, будет неплохое подспорье, да? Так, следующая волна пошла. Неплохое будет подспорье против вот этих вот хламонов всех. Надо только прокачать. Мы прекрасно с вами видели, что у нас все это делает. Все башни, когда их развиваем. И к тому же вот этих вот тоже, если рыцарей прокачать. Темных, они будут, наверное, элитные, действительно. Назови свою цену. Нет, гном, я не продаюсь, парень. Я не продаюсь. Ведьмы нам нужны. Нам нужны еще ведьмы. Их можно, кстати, вот здесь, наверное, влепить. Да? Да, я думаю, ведьмы вот здесь как раз хорошо зайдут. Дирижабль, конечно, вот пока он не прокачанный, мы видим прекрасно, он наносит очень легкий, слабый урон. Я боюсь, когда этот король подорвется, побежит, ну, будет просто жесть. Поэтому нужно до его, как говорится, гнева нам усилиться здесь, по-конкретному. Так, вызываем сюда, наверное, ведьм. Так, а теперь буду заниматься, ребята, прокачкой. Хотя лучей очень мало. Если будет много летающих юнитов... А, король, я понял, ребята, король гномов, он... Ну же, ты хоть знаешь, сколько я плачу за уборку этого места? Он просто идет, как Скрудж Макдак, и плавает в этом золоте в своем. Только что увидел я это. Так, ладно. Давай прокачаем дирижабль, наверное, с вами. Он довольно недорого, вообще недешево стоит. 260 монет. Это первая стадия на прокачке, да? Так, лучи пока тут жарят. Мы немножко можем подсобить нашим ребятам. 260, да, дороговато будет стоить все это дело. Ну, я надеюсь, оно того стоит. Так. Рыцари, господи, что вы стоите, что вы тупите? Неужели очнулись? Так, вот тут вот бомбанем. Ага, хорошо. Улучшаем, ребята. О, он, по-моему, побольше, да, стал бросать снарядик. Орки все равно никогда не платят по счетам. Следующее улучшение, ребята, стоит 300. Ну да, дирижаблик, дорогая вещь. Так, а вот это вот, кстати, плохо. Зомби тупят, как всегда, ничего не делают. Их сейчас тут, наверное, быстренько, ребята, расколбасят. Давай вот так вот подсобим. Зомби, господи, ну... Я не знаю, вы хотя бы... А, они рандомно, ребята, я не могу управлять зомбарями. Они сами по себе. Вот так вот. Ладно. Дирижабль, давай-ка мы, наверное, тебя переместим вот сюда. А то как-то плоховато тут все. Сбрасывай свои бомбочки. О, отлично. Так, 300 монет, господи, на улучшение 300 монет. Ага, вот, ребята, и копатель, видите, он закапывается. И шуршит. И шуршит, поэтому нам нужно, наверное, дирижаблик вот сюда вот поставить. Так, луч, луч, ребята, держит их под контролем пока. Слушай, ну вот эти вот рыцари намного сильнее, они бомбят довольно неплохо этих, если сравнивать с этими с орками, намного быстрее разбираются с этими скопателями, которые под землю у нас лазят.
Так, здесь уже и этот, да? О, у нас же, я забыл, ребята, у нас уже улучшены эти чувачки. Но все равно они ватные. Да-да, ватные, ребята. Так, следующая волна пойдет. Что, я не знаю, может быть, еще один луч поставить здесь, а? Еще один луч. Это седьмая, ребята, волна у нас. Так, ладно, фиг с ним, вызываем следующую волну. Ты поплатишься за это в прямом смысле. Этот король все орет, орет и орет. Все никак не успокоится. 300, 300 мне нужно энергии, ребят, чтобы улучшить дирижабль. Так, совсем маленечко осталось. Эть, ну тут как-то сложновато, ребята, моим подопечным. Что-то они тут как-то не справляются. Ну-ка, лучом. Так, 300 накопил, да? Ого. 360 следующее улучшение. Господи, что так дорого-то? Так, дирижаблик, давай-ка мы с тобой вот сюда переместимся. Тут что-то уж чересчур много врагов. О, вот это я понимаю. Вот теперь он бомбит божественно. Смотри, он просто в хлам их разрубает с одного выстрела. Так, а если я его покачаю на 360, там вообще будет имба? Вообще, смотри, как просто отжигает парень. Один снаряд, один труп. Малорик. Come here. Так, ладно. Пока все под контролем, ребят. Да, я не спорю, дорого стоит 360 улучшения, но мне кажется, это будет еще вообще имбическая сила тогда. Так, бомбит, конечно. Воу, так он не то что, он даже, ребята, если он бросает в кучу, разрывает всех там. Смотри. Классно. Мне просто деньги просто идут на счет и все. Так, ну и радиус обстрела у него увеличивается. Мне нравится, мне нравится эта штука. Давайте, ребят, следующую волну призывать. 320, еще 40. А вот здесь немножко, конечно, слабоват. Не особо... Опа, а, чинит, да? Этот чинитель у нас тут. 335. Все равно еще пока маловато, ребята. О, ну-ка. Ох. Ё-моё, тут еще и прокачка идет. Так, бросает липкую смолу на дорогу, замедляя на 20% врагов, которые в нее вступят. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, смотри, ребята. Это плохо. Надо вот сюда. Блин. Надо сюда. Во, еще одну башню, ребят, поставим с вами. Нет, 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 нет. Да господи, ну как это? Ведьма, ну бомбани, есть, молодец, умница, красота. Надо вот сюда еще, наверное, все-таки луч, ребята, один поставить. Надо. Хотим мы это или не хотим, но надо. Так, Верук мой проснулся, там побежал психопат. Давай вот так вот сделаем. И вот сюда вот так вот выстрелим. А где мои... Что, их подбили, что ли? Ну да, подбили их. Так, дирижаблик. Ты пока здесь, я думаю... Давай-ка мы, наверное, тебя вот сюда переместим. А это что у нас? Разведчик гоблинов, находящийся рядом с дирижаблем башни, могут атаковать еще дальше. Призывает на поле боя гоблина-подрывника. Ага. Я, правда, его пока не вижу, гоблина-подрывника. Но бомбим вообще не кисло. Так, остается нам, наверное, прокачивать уже вот этих вот черную башню. Да и лучи надо эти прокачивать, господи. Все, все нужно, ребят, все нужно прокачивать, абсолютно. Так. А ну-ка. О, улучшились маленечко. 220 до следующего улучшения. 220. Десятая волна, ребята. Очень мало остается у нас до финиша. А, вот он, подрывник. Стоит, выжидает, ждет цель. Так, давайте следующую волну с вами призовем. То есть он потом бежит, я так понимаю, да, как камикадзе взрывается. Должно быть, наверное, так. Че-то он убежал куда-то, исчез просто-напросто.
Так, башни могут стрелять дальше. Но я пока хочу улучшить вот этих своих, ребята, темных рыцарей. Так, а это что у нас? Понятно. Идет. Надо вот эту башню, кстати, улучшить. Хотя бы одну, ребята, по полной программе. Так. Верука, ты что стоишь-то? Так, а если я вот сюда поставлю? Слушай, ну вот эти вот неплохо у меня, да, копейщики уже бомбят. Вообще отлично. Улучшаем башенку. Ну, с одной башни, конечно, тут мало толку, на самом деле, ребят. Молодцы, забомбили. Так, 220. О, еще круче стали. Так, и 260 до еще одной фазы. Так, опять этот идет. Слушай, а у нас тут что? Бросает липкую смолу. А где эта смола-то? Я ее что-то как-то и не вижу, если честно, ребят. Где эта липкая смола? Такой маленький на парашюте спрыгивает. Так, следующая волна. Там уже из летунов. Ладно, давай призывать. С этим мы уже разберемся. Так, стрелки. Зомби как-то тоже нужно улучшить. Ёлки-палки. Но вначале вот этих вот. 260. Погоди-ка. Как бы нам здесь, ребята, не лопухнуться с вами, а? По-конкретному. Воу-воу-воу. Бомбят. Луч. Улучшили. Слушай, по-моему, дирижабль надо выставлять уже вот сюда, в эту точку. Здесь мы еще как-то сами справимся, да? Вот тут надо бомбить. Опачки. Они практически всю мою защиту, ребята, здесь прошли. Да-да-да. Так что нужно вызывать еще одного. А минус. Так, прокачаю до третьей стадии или нет? Надо прокачивать. 12-я волна. Хорошая битва. Хочешь пиво? Этот король-то все издевается над нами, да? Ну? Оу, ребят, смотрите, какие они стали. Темные рыцари 3. 312 хп у них. Так, что тут у нас, ребята? Темные рыцари получают 2% шанса убить врага при каждом ударе. Доспехи с шипами. Так, отражает, короче, обратно урон. И могут выдержать до 3 ударов, не получая урона. Ну, это стоящее. То есть они вообще как элитники, да, становятся у меня. Хорошо, мы их прокачаем. Мы их с вами прокачаем по полной программе. И уже, наверное, будем заниматься, наверное, вот этой башней или зомби. Не знаю, пока еще не определился, если честно. Так, дирижабль, господи. Немножко запоздал с этой вещью я. Так. Ага. Улучшили маленечко. Давай, бомбим, ребята, по ним, бомбим. Ух, какая армия. Ты прикинь, что будет на последней волне. Я боюсь даже представить. Так. Смотри, такой хоп, за щитом спрятался. Окопался, елки. Эй! Лучи, бомбим. А че он там окопался-то? Взял за щитом, спрятался. Ну, молодец, в принципе. Так, давай-ка стрелков призовем. Да, зомбарей, конечно, не разносят здесь в хлам. Вообще, люто просто бомбят их. Так, ну что? Прокачиваем здесь. Раз. Еще чуть-чуть не хватает, да? Чуть-чуть не хватает. Прокачаем по полной программе, и потом уже будем, ребята, браться вот за эту башню. Верух, по тебе бомбят, а ты стоишь как дурик. Ну,
280 нужно. Опа. Опа. Побежали здесь, да? Охламоны эти. Так, давай-ка вот тут вот вжарим. Блин, хотел сделать так, но придется, ребята, по-моему, зомбарей улучшать. Судя по тому, что тут происходит. И, наверное... А, Верук уже сдулся. Он уже валяется. Погибший. Так. Идите сюда. Хватает, хватает. Что нам сделать? Давай вот это, наверное, ребят. Пускай будут замедлять всех вражин. Так, а тут мы еще с вами не полностью, да, изучили? Еще две нужно. Ладно. Так, массу, пускай будут здоровыми. Так, ну, сейчас уже получше хотя бы себя ведут. Что такое? Почему я не могу? Почему не могу-то? Эй! Вот, вызвал же. Так. И... Вон, да, да, ребята, видите? Лапы вылезли, замедляет этих врагов. Угу. Ну что же. Нет, давай, наверное, здесь все-таки. Так, и, наверное, вот этот вот разрушающий луч, который может мгновенно убить врага. Я думаю, это будет оптимально для нас. Сколько там? 250, а это что? Ага, взрываются. Ну, ребята, последняя волна, 15-я. По идее, сейчас должен, наверное, король подорваться гномов. Или он все-таки не будет здесь ничего делать? Пока не знаю. Слушай, мне надо дирижабль, скорее всего, убрать немножко в другую точку. Вот сюда. Пускай здесь стоит. Так, 280 еще нужно. Или же Балгур, золотой король. Ребята, он подорвался. Он подорвался. Это просто трон, ребята, у него ожил. Твою же налево. Так, подожди, дирижабль, мне нужно, ребята. Давай сюда бомбить. Так, куда он пойдет? Я не... Ага, понял. Давай, 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 родные мои. Ух, лучи не справляются, ребята. Блин. Он идет. Ну, половину здоровья мы уже отняли у него. Хотя бы так, ребят, хотя бы так. А где мои эти... Что, их так быстро разобрали, моих элитных этих рыцарей? Да ладно, вы что, серьезно, что ли? Да, ребята. Так, подожди-ка, рыцари, давайте-ка вот сюда, вот на передовую пойдете. Последнюю выучил. Так, надо вот сюда, вот, наверное, башню все-таки вызывать. С лучом. Давай, 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 давай. Прожимаем, прожимаем, ребята. Нет выживших, убейте 3000 врагов. Это все, конечно, хорошо. 3000 врагов, это замечательно. Но ты посмотри, что там происходит. Эй. Блин, давай, жарим, жарим их там. Ну-ка, лучше сюда, наверное, бомбанем. Так, а что вы стоите тут? Нет, 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 никакой продажи. Взял Верука мне, прикинь, подбил просто снарядами. Балгур, есть! Убейте Василина гномов Балгура. Ух, 3 звезды, дайте, пожалуйста, 3 звезды. Хм, жадные слизняки. Думают, этот блестящий мягкий металл наделен настоящей силой, глупцы. Нынче каждый называет себя королем. Даже этот громила с севера. Но это ненадолго. Да, ребята, мы с вами победили Балгура. Короля северных гномов. Ну что же. Мне понравилось. Мне нравится. Вот дирижабль мне на самом деле понравился. Ух ты. Ух ты. Что это такое у нас? Новая башня. Плавильная печь и новый герой Олах. И очки улучшения. 3 штуки. 3? Да, ребята. 3 звездочки. И это круто.
Так, мы с вами идем в заснеженные, ребята, долины. Так, герой. Где этот Олах? Вот он, ребята. Олах, овладевший темной магией демон Олах, помог Везнану сбежать из темницы, за что тот пообещал поделиться своей силой. Теперь он помогает Везнану, выжидая удобного момента, чтобы воплотить в жизнь свой коварный план. Олах повышает урон ближайших башен на 10% на 6 секунд. Это адское заклинание создает три гейзера славы, которые наносят 60 единиц урона каждой цели. Олах создает две копии себя, которые атакуют врагов на протяжении 6 секунд. Это что-то наподобие джина какого-то. Олах призывает огромный огненный шар и бросает его в цель, нанося от 60 до 180 единиц магического урона. Возвращает группу врагов на короткое расстояние. Ух, я даже не знаю, ребята, я даже не знаю, что мне делать. Олах, две копии. Башни, так, создает три гейзера. Огненный шар. Я не знаю, ребят. Как-то создает четыре гейзера уже. Пять гейзеров. Фух. Ребят, я, наверное, попробую поиграть за него. А защиты у него ноль? Хм. Олах взрывается, когда погибает, нанося урон стоящим поблизости врагам. Вот даже так. Улучшение у нас. Так, что у нас тут, ребята? Еще более сильный взрыв после смерти демонов-стражей. Он наносит больше урона и затрагивает больше врагов. Хорошо. А в конце у нас владыка ада аж будет. Одно очко еще остается у нас, да? Можем... Не могу. Не могу ничего, да, ребята, сделать за одно очко. Так, что у нас в магазине? Денег 469, точнее, рубинов. И тут еще, по-моему, наверное, два достижения есть. Получить награду: убейте властелина гномов Балгура и убейте 3000 врагов. Ага, теперь я могу себе позволить купить Джаггернаута, так ведь? Хе-хей. Не знаю, ребята, насколько он хорош. Все, это будет впереди. Так, а тут еще какое-то заклинание, оказывается, было, я его не видел. Это гнев Везнана. Везнан использует мощное заклинание, которое уничтожает всех врагов на поле боя. Оу. Нехило. Так. Новая башня, да, ребята? Венец плавильных технологий армии тьмы. Разрушительная ударная волна от этой громоздкой печи наносит урон и оглушает врагов вокруг нее при каждом ударе. То есть ближайшие башни получают бонус к урону. Печь наполняется мощным топливом, который на короткое время ускоряет ее атаку. И бросает горячий уголь, который горит и наносит врагам урон, если они на него встанут. А куда же мне ее взять-то, елки-палки, ребят? Ой, куда взять? Сюда, что ли? Ладно. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте, наверное, мы с вами будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть в Kingdom Rush. Ну а так все. Всем пока, удачи и до новых видосиков.